Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас полный обзор 10-го каталога компании Oriflame. Мы вместе полистаем каталог, я вам расскажу все фишки, акции, новинки, расскажу о продукции и не просто расскажу, я вам еще и приготовила целую коробку, покажу, чем я сама пользуюсь. Мы вместе все потестируем, помазюкаем, и я расскажу свои впечатления, ощущения, скажу, что лучше заказывать и как о продукции рассказывать своим близким и клиентам. Ну что, поехали, приятного просмотра. Каталог номер 10 начнет свое действие с 12 и закончится 31 июля, ровно 3 недели. Очень красивая обложка каталога, очень вдохновляющая, настолько меня она порадовала. И каталог сразу стартует с новинок. Выходит два новых аромата. Ароматы унисекс, могут пользоваться и мужчины, и женщины. Я их буду называть Си желтый и Си голубой. Итак, с чем необычность, неординарность этих ароматов? Они созданы с помощью запатентованной технологии, который запечатлевает аромат без вреда для растений. И я вам их сейчас покажу. Желтый, голубой. Посмотрите, какая красивая коробочка. 75 миллилитров объем. Вот один аромат. И вот второй. Бомба, просто бомба, очень красивый дизайн. Крышечки такие классные, флаконы. У флакона откручивается дозатор. И вы можете перелить, кстати, аромат, кем-то поделиться или взять с собой в дорогу в маленьком объеме. Ароматы неординарные, просто я хочу сказать, что меня очень удивил аромат по стойкости. Это парфюмерная вода, высокая концентрация аромата. Мне особенно понравился желтый, потому что вот голубой немножко не мой аромат, тем более что сейчас может быть еще лето, жара, и может быть он лучше будет зимой звучать. А вот желтый, он действительно мне подошел, и он понравился и Мише, мы с ним вместе намрызгались, и я нюхала, кайфовала его, он от меня, и мы заметили, что очень стойкий аромат. И что еще важно, в подарок вы получите вот такое крем-масло Swedish Spa, целая банка, а это дорогой крем для тела. Слушайте, очень крутое предложение. И ароматы будут идти по выгодной цене, 1599 рублей, так что налетаем. И, кстати, флакон на 100% из переработанного стекла, то есть тут вообще настолько все экологично. Помните, что в каждом каталоге у нас есть предложение, когда мы можем заказать целый набор за 69 рублей. В набор входит каталог следующий, какой он будет, тоже красивый, просто прелесть. Пробник аромата Divine, написано, что это новая парфюмерная вода. Мы все переживаем, будет ли новый аромат или тот же, но вот написано, что это новая парфюмерная вода, ну, по крайней мере, дизайн флакона точно новый. И два пробника, тональная основа CC крема Giordani Gold в оттенке светлый, и пробник дневного крема Novage Skin Energize с SPF 30. И ждет нас тоже новая продукция, сумка Shopper, такая вот интересная стильная сумка, классный принт на сумке, конечно, здорово, сейчас это модно, это тренд, вот эти вот натуральные ткани, эти сумки, чтобы мы не использовали пакеты и так далее. И всегда, что нам важно, чтобы мы не использовали пластиковые пакеты. И что здесь в составе? Смотрите, переработанный хлопок, джут и металл. А где металл? Я не знаю, где металл, но здесь на сумке что-то прикреплено, но я пока не знаю, что это. И даже не могу вам сказать, может быть, кому-то повезет из блогеров, и у них будет эта сумка заранее, до начала действия каталога, и мы с удовольствием посмотрим, что же это за сумочка. И также стакан за 899 рублей, это кружка для кофе, а не стакан, извините, из пробки, крышка полипропилен, соломка, 500 миллилитров, ого-го, ну очень стильненько. Но, на мой взгляд, дороговато для кружки, не знаю. Интересно, конечно, иметь такую стильную кружку на пол-литра, слушайте, здорово. Так, дальше продолжаем. А вот она из серии Swedish Spa. И в этот раз нам повезло, что будет мусс для душа, питательная маска для рук. Кстати, я каждый вечер сейчас пользуюсь этой маской, поэтому я забыла ее взять, она лежит у меня в косметичке у кровати. И шикарное увлажняющее масло. А также скраб для тела, вот такой банки, и этот скраб, он
самый лучший скраб на свете. Ой, как открыть крышку, подождите секунду. Вот вчера как раз принимала душ с этим скрабом, он с маслами, он с невероятным ароматом, прекрасно отшелушивает мертвую кожу и так напитывает кожу. Какой-то кайф летом, вот кожа вся иссушенная, этот кондиционер, все сохнет, а скраб и очищает, и напитывает кожу. Потом закрою. И шикарное мыло. Давайте посмотрим, какой сюрприз нас ждет. Скидка 45%, если брать два продукта. Например, взяли мусс для душа, скраб, значит, берете по нижним ценам, или кусочек мыла и маску для рук по нижним ценам. А если берете один продукт, то, соответственно, смотрите на высокую цену. Конечно, приятнее брать, да, с большей скидкой. Серия Botanicals — это моя любовь. Это средство очищающее для душа, также можно и руки мыть. На 95% натуральная продукция, натуральные ингредиенты с экстрактом жимолости, что придает очень вкусный аромат этим продуктам. Шампунь для волос, у меня уже это, по-моему, второй или третий даже флакончик. Кондиционер для волос. Слушайте, волосы прям оживают у меня после этой серии, мне она идеально подошла. Понятно, что не каждому прям подойдет один и тот же продукт, не может быть каждому человеку, вернее, разным людям идеально подходить, но большинство людей пишут шикарные отзывы, и мне тоже эта серия безумно понравилась, поэтому всем ее рекомендую. Очень крутая расческа деревянная, тоже можете смело заказывать, она настолько комфортная, и ее приятно доставать из сумочки, если вы куда-то пришли и хотите расчесаться. Масла, у меня сейчас масло в руках с миндалем, и это масло можно использовать как для волос, так для тела, и в ванночке делать. Ну, я в основном для волос использую, ну иногда когда ванночки для ног делаю, тоже добавляю это масло, а для рук у меня есть другое масло. Ну, классное, ну просто классное масло. Я не знаю, если есть люди, которые живут без масел, расскажите мне, как вам это удается, потому что у меня везде эти масла, и я их очень люблю. Далее, шампунь твердый для нормальных волос с авокадо и ромашкой. Вы знаете, шампунь, конечно, крутой, удобно вот брать с собой, наверное, в дорогу, но тут написано, что равен как два флакончика шампуня. Мне кажется, не получится, потому что вот мы помыли буквально три раза волосы, и уже заметно вот кусочек стал меньше. Но что я заметила, если сравнивать с шампунем, с обычным, и твердый шампунь, с этим волосы чище надолго, нежели шампуни в жидкие. Я была удивлена, но форма использования мне не подошла. Если волосы короткие, то это фантастика, конечно, взять кусочек, намылить волосы, а когда они длинные, то приходилось вот так вот мылить, потом эту пенку переносить на волосы, по времени долго, поэтому мне не понравилось. Вот, а у кого короткие волосы, это, конечно, прям вариант супер, или в дорогу брать с собой. Шампуни, у меня в руках сейчас шампунь против перхоти, он у нас идет с чайным деревом и репейником. Очень крутой шампунь, густой, концентрированный, шикарно промывает волосы, избавляет от перхоти, просто очаровательный шампунь. Вы знаете, может быть, у меня уже просто с Орифлейм я сроднилась настолько, что мне все подходит. Редкий продукт, про который я могу сказать, фу, какаха, мне не подошло, да, или что-то в этом роде. А вот в основном либо мне нравится, либо очень нравится. Надеюсь, у вас так же. Либо, знаете, бывает, что вы попробовали, вам не понравилось, но посмотрите, может быть, вы использовали продукцию неправильно. Это тоже важно. Вот есть шампуни жиденькие, их там льешь, и волосы, они легко смываются. Этот очень густой. Вообще в Орифлейм все шампуни, они очень концентрированы. Их надо очень мало. Хорошо вспенивать в ладошках, переносить пенку на волосы, и тогда все легко промоется, и нужно совсем чуть-чуть, не лейте его много. Потрясающе классные гели для душа, особенно мне нравится с клубникой, с лаймом и вот с дынькой, они потрясающе вкусненькие, классные. У них, по-моему, большой объем, давайте поищем объем, 500 миллилитров. Ого-го, смотрите, как же выгодно получается гели. А еще у нас есть
Смотрите, с отшелушивающими частичками подороже, а те, которые просто гладенькие, они повыгоднее получаются. И также большой объем у шампуней по 500 миллилитров. Здорово! Ого, омега со скидкой. Слушайте, надо будет брать, потому что вот омегу я всегда беру в запас, потому что она просто как палочка-выручалочка, и вообще омеги нужно много организму. На самом деле редко кто может получить необходимое количество омега-3 из пищи. Может быть, это кто живет на берегу моря и может себе позволить кушать каждый день свежую рыбку, выловленную из моря, да, вот таких жирных пород, красную рыбку. Так, поехали дальше. На лице экономить нельзя, поэтому мой выбор все-таки это Novage серия. Сейчас у меня экологен в руках, флакончики, сыворотка и крем. Обожаю этот крем, там капельки у меня остались еще, скоро закончится. Сыворотка идет под крем, обязательно. Так эффективнее в разы. Но самое эффективное, это когда вы берете всю серию целиком, а не отдельно какие-то продукты выборочно. И не нужно их миксовать с другими сериями, только теряется их ценность. Далее, а что-то здесь, почему эта серия выделена, не знаете? Почему-то она отдельно на страничке, обычно с Novage идет все серии подряд. Итак, это моя любимая серия. Обычно я про ароматы не рассказываю, но здесь я не удержалась. У меня в руках аромат Giordani Gold Essence, полный флакон 50 мл. Есть мини-флакончик, вот такой маленький мини-спрей. Есть спрей-дезодорант и крем-бочонок, большой бочонком крем. Итак, этот аромат мой любимый в Oriflame. Номер один, он невероятно вкусный, классный, стойкий и вдохновляющий. И здесь он будет по хорошей цене. Кстати, мини-спрей в подарок при заказе аромата. Как здорово! То есть у вас будет большой и маленький, чтобы брать с собой. Декоративная косметика – это моя любимая, пожалуй, тема. И сейчас я вам покажу карандаш, который я недавно приобрела, бирюза и изумруд. И этот карандаш меня просто поразил. Давайте начнем тестирование, начнем зарисовывать мои руки. Какие красивые цвета, как прекрасно карандаш отдает цвет на глазки, он не размазывается, что очень важно, потому что летом в жару самое обычное беспокойство вызывает: ой, как бы не размазалась косметика. Не размазывается, не растекается, прекрасно лежит весь день, делает очень красивые выразительные глазки, подчеркивает цвет глаз, усиливает, особенно идет вот у кого карие глаза, вот этот зеленый просто классно выглядит, супер. У кого серые, голубые, синие глаза, синий еще больше подчеркивает глубину цвета, и глаза становятся просто огромные. Можно и сверху стрелочку красить, и внизу подводить, вот как, кстати, показано на картинке. И так экспериментируйте, будет очень красиво. А также здесь есть у нас стойкий маркер подводка для глаз. То есть кто любит толстые стрелочки, толстые, стойкие, возьмите эту подводку, она вам очень долго прослужит. Серия Giordani Gold с огромным разнообразием туши для ресничек. Я вам некоторые даже покажу. У меня есть такая тушь с хитрой волной. Вот отсюда мы ее будем смотреть. Да, прям как на картинке. Но необычная кисточка. Я не могу сказать, что я от нее в восторге. Сама тушь мне понравилась. По консистенции, как лежит, все хорошо. Но от кисточки нужно как-то немножко приспосабливаться. Она потому что такая крученая. Но, кстати, ни разу не испачкала, ничего не задела. И, в общем-то, забавно. Честное слово, забавная тушь. Прям, если есть возможность и нужна тушь новая, попробуйте. А вот тушь удлиняющая, ангельская ласка, вот с такой вот треугольной кистью, тут она у нас получается плоская, а так поворачиваем, она идет треугольником длинным таким вытянутым. Вот эта тушь стала одной из моих любимых. То есть если взять вот эту тушь, она у меня, кстати, вот за месяц она стала густенькая. И я сейчас, знаете, как делаю, я беру эту тушь и беру свою любимую 5 в 1. Здесь кисточка шикарная, она у меня вот уже кончилась. Я ее беру для того, чтобы быстренько, пока вот эта густая тушь, чтобы она не сильно схватилась, я вот этой кисточкой быстро укладываю веером и разделяю, где у меня слиплись, потому что реснички мои капризные, трудно их подкрасить. Вот мои две любимые туши.
вот сейчас на данный момент просто мои фавориты. Такую тушь я давно пробовала, уже, честно говоря, не помню, но не очень она мне подошла под мои реснички. 5 в 1 лучше. Такую тушь я не пробовала. А вот базу под тушь, да, пробовала, но не могу сказать, что эта база прям такая вот необходимость, что без нее невозможно жить. Да, прикольно, на самом деле ресницы становятся более густые, сразу длинные, она их укладывает, эта база. Они беленькие такие, можно, кстати, на Новый год накрасить, быть снегурочкой. Но сверху, когда тушь накладываешь, она уже сразу такая, ресницы большие, вот, прям, ну здорово, конечно. Так, эту тушь я вам уже показала, вот она моя любовь. И тут же у нас многофункциональная тушь, они, у них кисточки, в общем-то, очень похожи, они практически одинаковые, хотя здесь вот на картинке кажется, что они разные, почему-то так вот сделали. Хотя вот в жизни, ну да, у этой туши чуть-чуть подлиннее с двух сторон, если здесь у нас с одной стороны коротышки, а здесь длинные, то у этой кисточка получается с двух сторон длинненькие щетинки. Ну, ее тоже все любят, 5 в 1, а еще XXL, она, конечно, очень крутая. Я беру всегда или ту, какая со скидкой, ту и беру. Так, дальше посмотрим. Вот эта тушь со сгибом удлиняющая, она меня не очень впечатлила. Она, кстати, неплохая, но вот, как сказать, по отзывам у меня две девочки брали. Одна сказала, что она у нее отпечатывается, хотя у меня она не отпечаталась. А другая сказала, что у нее очень большие глаза, и ей вот этот изгиб не очень удобен, потому что глаза, получается, глаз больше, и изгиб неудобен ей оказался, хотя тушь ей понравилась, но говорит, кисточка вообще неудобная для меня. Поэтому специфическая тушь, не буду я ее расхваливать. Так, тушь с экстремальным объемом, у нее огромная гигантская кисть, больше, чем у туши с эффектом кошачьих глаз. Кто тут посыпался? Вот такая огромная кисточка, представьте, да? А у этой туши еще больше кисть. Вот у этой больше. Но вот эта кисть удобная, и она действительно делает эффект кошачьих глаз, потому что когда мы красим, у нее вот эта вся, весь акцент идет на внешний угол, сильно-сильно подкрашиваются реснички, и получаются такие глазки, как бы, как у кошечки, как у киски. Вот, мне понравилось. Так, вот эти туши я не пробовала, не знаю, ничего про них говорить не буду. Очень популярные, все их любят. Кстати, обратите внимание, что со скидкой идет водостойкая тушь. А есть у нас еще новинка, тушь с эффектом веерного объема. И тут три цвета, коричневый, синий и черный. У меня коричневый, очень красивый коричневый цвет, смотрите, то есть он прям хороший коричневый. Классная щеточка, у меня есть видео отдельное с этой тушью. Слушайте, меня она удивила, эта тушь, она правда классная, но для меня цвет вот этот коричневый все-таки бледноватый. Я светленькая вся, я когда ей накрашусь, то реснички не такие выразительные, а мне все-таки идет, когда у меня ресницы поэффектнее, более такие лохматые, объемные, длинные. И вот единственное, из-за цвета у меня не совпала любовь с этой тушью, а так она, конечно, суперская. Так, далее, очень классные тени, но сейчас у меня нет именно из этой коллекции, у меня есть из прошлой коллекции тени, я ими пользуюсь, они и лежат хорошо, и у них такая полупрозрачность и насыщенность, они не сыпятся, не скатываются, хорошо друг с другом миксуются, то есть тени очень высокого уровня, хотя они без скидки, что я их нахваливаю. Да, я обычно рассказываю то, что со скидками. Оттеночный гель уход для бровей тоже очень хвалят. У меня есть клиенты, которые уже повторные заказы делали на этот продукт. Карандаш для бровей просто, говорят, шикарный. Я сама не пробовала, у меня есть клиенты, которые повторно сейчас заказывают уже эти карандаши. По две штуки сразу берут. У нас очень крутая точилка для двух видов карандашей, для тонких и для толстых. Не взяла в этот раз точилку. Так, серии On Color много всего классного, но я мало чем пользуюсь, мало про что могу рассказать. Есть кое-какие обзоры у меня на канале, смотрите. Вот помада, например, это одна из моих любимых помад. Код ее 38776. Вот она, теплый ореховый. Вот так вот она выглядит. Вот такая вот классная помада. Насыщенная.
легкая, цвет такой вот, прям вообще огонь, не напрягает губы вообще, то есть она лежит на губах так, как будто ее нет, легко наносится, она сочная и держится хорошо на губах. Честно, я была удивлена, потому что я обычно такие помады не беру, дешевые, как бы, да ну, и мне больше нравится Giordani, мне подавай, да, ну они и стоят там под 400, а за 100 рублей помада у меня как-то вот не ассоциируется с хорошо, там, равно хорошо, а это равно хорошо, прям отличная помада, можете брать их, прям вот у меня некоторые пачками берут, есть клиентка, у которой, ну, штук 10 оттенков, и она их набирает, говорит, я их все купила, но не все цвета подходят, но ей так нравится, она их когда смотрит, говорит, слушай, какие они крутые по качеству. Адаптивный блеск для губ, наносим, он прозрачный, и прям быстро так тун, и становится ярко-розовым. Хорошенькие карандашики, они небольшие, 0,7 грамма. И есть оттеночный бальзам, то есть он такой прям полупрозрачный, с приятным ароматом. Тут у нас все разнообразие для маникюра. Вот чтобы сделать красивый маникюр, нам нужны щипчики, пилочки. Да, вот кто-то любит такие кусачки. Вот надо Мише заказать, вот он потерял кусачки, подарю ему. Так, мини-наборчик для маникюра, разделители, как без них, у меня есть, я обязательно ими пользуюсь. Лаки, красивые такие летние оттенки будут, вау! Я сразу на клубнику западаю, на апельсинку. Ой, а сирень какой красивый, надо будет сирень взять, потому что у меня такие есть цвета, а сиреньки нет. Надо у дочки будет спросить, если она хочет, мы закажем. Классные, по 139 рублей всего. Всевозможные корректирующие тональные средства из серии On Color очень хвалят, особенно BB из прошлой коллекции, вот он сейчас обновился, пока отзывы не слышала, но я думаю, что он не может быть хуже, но прошлый все просто обожали. Есть у нас очень крутая вот штука, тональный флюид для сияния кожи с персиковым маслом, он и пахнет вкусно, и вот его все тоже очень любят. Ну, тут пудра, консилеры, смотрите, очень классные треугольнички для макияжа, крутые кисти в Oriflame, все очень крутые. Консилер мой любимый, я уже не знаю, сколько я их вымазала, я постоянно его заказываю, такой вот он светленький, но я же его так много не наношу, он подстраивается под кожу, вот все синячки убирает, венку около глаза, то есть выравнивает кожу, и за счет этого я выгляжу моложе. Вы подумаете, что я такая, да? Вот крутая тональная основа, адаптивная. У меня сейчас все закончились, они как раз. И ее, как кто попробует, потом все время ее хочет, потому что она классная. Она подстраивается и под тон кожи, и под состояние кожи. То есть она адаптируется, представляете? И у нее такой полуматовый финиш, и она более стойкая, чем другие тональные основы, и при этом она вот не пачкает воротнички, особенно зимой, когда у меня светлый пуховик, вау, я мучаюсь все время, а с этой тоналкой было лучше, вот это красота. Кстати, есть у меня на канале видео, где я делаю макияж с этой палеткой, вот такая крутая, крутая, просто нет слов, у меня прям слюни текут, я на нее смотрю. Не совсем мои цвета, я поэтому не стала ее заказывать, все равно не буду пользоваться, вот мой цвет. А этими, ну, раз в пятилетку бы я накрасилась, ну зачем мне такая палетка, зато какой хайлайтер, румяна. Если вам эти цвета нравятся, они сейчас очень модные, прям смело берите. Вот такая классная палетка. Единственный ее недостаток — отсутствие зеркала. Так, такими штуками я никогда не пользовалась, не знаю, что это такое. А праймер, он нужен для того, чтобы зафиксировать тени. То есть, например, вы берете тени какие-то, хотите намазать их, вы взяли, набрали себе вот такую вот магнитную палетку, выбрали себе тени рефил, любые, миксуете, что хотите. И вот, например, берем тон какой-то, раз, помазали, и берем консилер. И этот же тон, ой, на этот наносим, на праймер. Берем праймер и наносим уже на праймер. Что это нам даст? Вот больно жирненько нанесла. Вот. Что он даст нам? Видите, как по-разному, да? Цвет тут лежит еле-еле, а на веках он будет не такой сильный. Помните, да, что тут еще у меня консилер был, поэтому еще он виден, а так его вообще не видно. Вот смотрите,
То есть если база какая-то есть, к чему тени приклеются, то они более насыщенные. Если базы нет, то они вот незаметные, ну как-то вот не сочненько, ну нет ничего. На праймер они ложатся круто, друг с другом тушуются, миксуются, держатся хорошо. Вот посмотрите, какая я красотка, ради вас все, все перемазала, чтобы вам показать. А кисточку забыла, сама виновата, правильно? Такие крутейшие тени, мне нравятся все эти вот цвета, очень красивые. Кстати, давно не делала макияж такой зелененький, слушайте, аж прям соскучилась. Но я думаю, вы угадываете, где вот золотистый хаки, небесно-голубой, вот этот вот матовый бежевый нюд, этот я вам показывала матовый латте, вот этот розовое золото, по-моему, вот он у меня розовое золото. Вот моя палитра, я их очень люблю, эти тени, и пользуюсь ими с огромным удовольствием, и всем рекомендую, потому что они хорошие. Так, дальше. Тинт для губ и щек. Есть у меня вот эти тинты. 3 штуки присылали на обзор. Слушайте, ну что-то я ими не пользуюсь. Сначала пользовалась каждый день, а потом, знаете, как будто забыла прям. Вот просто забыла про них, и все. Они такие классные в том плане, что вот наносишь их. Я не буду на руку носить, потому что я их потом не смою ничем. Я вам тут на салфетке покажу цвета. А розовенький, самый светлый, у меня у дочки. Она его взяла. И хорошо. То есть можно на щечки, можно на губки. Он впитывается и не стирается. То есть даже дома вот ходить надо положить прям один на видном месте-то и мазать. Мне, кстати, вот этот вот рыженький, который тут рыжий на губах, он так красиво смотрится. Найдите видео на канале. Вот я их прям показываю, делаю с ними макияж, дегустацию всякую. Хорошие штуки. Ну вот, надо пользоваться. Просто лежат они у меня отдельно, я про них забыла. Вот сейчас посмотрела на видео, вспомнила, все, буду мазаться. Хорошие штуки. Пудра бомбическая. Пудра, лучше пудры я не встречала еще. Шелковая, матовая, плотная. Давайте вот тут попробуем. Вот так вот. И где венка? Вот тут вот. Смотрите, ее даже можно без тона наносишь, а лицо сразу ровное. Вообще бомбическая пудра с зеркальцем и кисточкой, можно и пуховочкой. Вся такая стильненькая. Потом бальзам мультифункциональный. Тоже влюбилась в него. Я к ним все придираюсь. А, всегда к запахам, да, ну вот нормальный прям запах. Ну, самое главное, это, конечно, его качество. Какие губки с ним хорошие. Он цвет дает небольшой такой. У меня розовенький, самый такой, мне кажется, ну, адекватный. Губки, просто красивые губки. Он с SPF 15, то, что можно с ним на солнце выходить смело, не бояться. Ну и классные цвета, и губы мягенькие такие. Солнцезащитный стик можно использовать на все выпуклые места. Дальше раскладное зеркало, кисть для помады. Обязательно всем девочкам кисть для помады. Помада энергоблеск. Но вот у меня нет такой помады, представляете? И раньше у меня их было пачками, я их так любила, а потом как-то, не знаю, поднадоели, я вот перешла на такие помады, сейчас, наверное, они как раз будут. Вот, я вот полюбила вот такие помады всякие, матовые, стойкие, Джордани там беру, вот она красота какая. И она лежит хорошо, не сушит, супер просто, вот прям рекомендую. Обалденные все эти вот жидкие помады, стойкие, эти карандаши для губ. Ну как без них сделать макияж губ, да? Сейчас мы посмотрим. Вот они хорошо лежат, не растекаются, стойкие, отличные, шоколадные, розовенькие вот у меня. Есть сейчас под рукой были, я их схватила, еще у меня карамельные есть. В основном ими пользуюсь. Так, стойкие помады. Хорошие помады, прям тоже смело можно брать. Цвета хорошие, лежат хорошо. Есть глянцевые, есть матовые. То есть выбирайте на свой вкус, что вам нравится. Все для ногтей, для нашей красоты. Я люблю лаки Oriflame. Я не люблю гели эти делать, по 3 часа сидеть у мастера, потом ногти портятся, отрастают быстро, эти огрызки висят. Вы знаете, вот просто не могу смотреть даже на это. Я делала одно время. Но нет, мне вообще это не нравится. Мне проще
накрасить своим лаком, стереть потом. Вот у меня как раз гель лаки красный, страстный алый вот этот есть, и закрепитель два шага. Кстати, хорошо держит, я вот в тот раз красным красила вот этим, а сейчас розовый взяла и тоже с этим закрепителем, потому что у меня лаки так долго сохнут. Но вроде бы в этот раз хорошо все высохло, вот он не докрасила что ли кусочек. Ну, 3-4 дня я хожу с лаком нормально, потом перекрашиваю. Супер средство для снятия лака, вот оно крутое, дорогущее, правда, 75 миллилитров, 300 с лишним рублей, но оно классное. И еще мне не нравится, что оно пахнет сильно, вот фу, не вот такой запах сильный, резкий, но зато как круто растворяет лаки любой толщины. Накрасишь несколько слоев, а он все равно быстро все стирает, очень хорошо. Пользуйтесь всегда укрепляющим покрытием для ногтей, его можно прям отдельно носить, можно под лак красить, как я делаю. Шикарные помады, какие шикарные Giordani помады, вот я вам одну взяла показать. Вот дизайн какой красивый, вот это все золото, ничего не стирается, не царапается. Сама помада по качеству отличная, вот она прям красишь, она плотная, это антивозрастная, она с ухаживающими компонентами, такая прям помада, вау. Ну, смотрите, цветов много, моего цвета здесь, кстати, нет, его сняли, у меня был королевская, как же, янтарь, по-моему, назывался. Три карандаша для губ, забыла их взять, не заметила, что они здесь есть. Далее у нас сатиновая помада, вот сатиновая мне очень понравилась, вот она сатиновая, а это у нас какая? Это антивозрастная, что-то я запуталась, не вижу, где у нас про помады. А, это жидкая помада эликсир, это то, что я вам показала, а это сатиновая. Вот я бы сатиновую взяла себе, кремовый беж, мне очень нравится, но так как у меня помад штук 40, наверное, может даже больше, я себя держу в руках, пока стараюсь не заказывать. Очень мне понравились карандаши для бровей, вот я вот таким пользуюсь, у меня сейчас такой есть, а я попробовала вот эти выдвижные. Ну, знаете, что в них самая фишка, то что это кушон, вот этот вот наконечник, он туда тун-тун на пружинке задвигается, и получается, что мы брови делаем такие бархатные, роскошные. Вот этим карандашиком мы все там вырисовываем, кушоном все это тушуем, получается бомба просто. Ну и этот карандашик тоже очень мне нравится. Я не скажу, что все, теперь вышел этот, и этому не место. Нет, он очень классный, кстати, и в два раза дешевле. А вот сейчас я вам покажу мой любимчик, это стик. Розовое золото, кремовые румяна в стике. Если вы внимательно сейчас на меня смотрели, то увидели, что у меня необычный макияж. А основа этого макияжа как раз вот эта штука. Я крашу румяна на веки под тени. Если просто накрасить, да, красиво, но это все соберется в кучку. А если сверху припечатать сухими тенями, вот если бы у меня была сейчас кисточка, я бы вам показала. То есть мы, например, берем сухие тени и сверху вот их припечатываем. То есть мы и вот это золото видим снизу, подсветку, и это все не съезжает в течение дня, все лежит шикарно. И получается такой красивый макияж. Вот просто, я не знаю, как я до этого додумалась. Ну, дай-ка я попробую. И теперь у меня все спрашивают, чем ты красишься? Вот, вот это прелесть. И можно и губы накрасить сверху на помаду, иначе будет суховато губам. И соберется быстро. А если сверху вы чуть-чуть на помаду, будет классно. И щечки немножечко так. Вот еще я вам покажу вот эту штуку. Кушон. Кушон. Как правильно говорить-то? Губка, зеркало. Открываем, все, здесь у нас средство, вот можно, кстати, им сейчас уже пользоваться, я немножечко хоть подзагорела, автозагаром в основном мажусь, вот это бомба, служит долго, кстати, я прошлым летом пользовалась, и еще год пролежала, и даже не высохла, я удивилась, когда я сейчас достала этот продукт, я удивилась, что он в таком состоянии, тоже здесь много оттенков, у меня, кстати, какой оттенок? У меня 45-й песочный беж.
А вот если бы у меня был, например, фарфоровый или слоновый, наверное, фарфоровый бы мне пошел, я бы им круглый год бы пользовалась. Но его надолго хватит. Так, базу под макияж я не заказывала. Не знаю, почему-то до нее не дошла. Пудра компактная тоже понравилась. Забыла ее взять. У меня есть такая пудра. И есть на канале отдельное видео с этой пудрой. Вот если сравнивать вот две матирующие пудры Zevan и Giordani, мне почему-то больше подошла Zevan. Не знаю, вот как вам объяснить. И цвет мне здесь больше понравился. Вот там вроде бы тоже мне прислали слоновую кость, но это мне лучше идет по цвету и по качеству, как вот моя кожа реагирует, эта пудра мне больше подходит. Так что вот видите, даже бывает такое, что продукт из люксовой линейки нравится меньше, чем продукт, который пониже, да, по категории. Консилер с кисточкой очень удобно, то есть из тюбика вы по чуть-чуть будете надавливать и кисточкой сразу размазывать, у него такая текстура невесомая. Тональная основа у нас идет антивозрастная с пребиотической сывороткой, очень рекомендую. А какая цена приятная, елки-палки, вообще супер. И удобно тоже кистью наносить. Но сейчас я, кстати, больше спонжем пользуюсь, почему-то одно время только кистями пользовалась, сейчас больше спонжем. Так, сияющая пудра в шариках без скидки, не рассказываем. Все, что без скидок, да, молчим. Рот на замок. Шикарные банки, вот эти вот крема для тела, большой объем, такие вкусные, ароматные. И желательно подбирать, вот, например, вы выбрали себе ароматы La Femme Weekend, возьмите и крем такой же, чтобы было дополнение, усиливался аромат. Эклафам Weekend, если правильно говорить. Так, далее. Ароматы. Боже мой, сколько ароматов в этом каталоге. Я вам рекомендую заказывать пробники. Вот, например, вы почитали состав и чувствуете, вот нравится, вот этот вот должен прям понравиться. Закажите пробник и походите с ароматом. Насладитесь, как ваше тело с ним подружится. Какой отклик будет, понравится, не понравится. Например, у меня есть подруга, ей очень нравится аромат... правильно сейчас как прочитать его, МБ Эликсе, а мне он вообще не нравится. Так что надо все пробовать. Очень много ароматов в этом каталоге, мужские классные. Мне, кстати, знаете, какой аромат уже заказали? У меня есть клиент мужчина, он заказал Венче, а я Вентура его называю. Венче, он так потер страничку, сказал: ух ты, сколько он стоит? Я говорю: только вот цена. Всего заказывай. Ну, правда, классный аромат, такой свежий. Есть дезодоранты мужские, мужской уход за лицом на Вейдж. Очень крутой набор мужской. Батончики. Ой, я вам сейчас их покажу. Подождите. Вот же у меня коробочка лежит тут рядышком. Батончики. У нас их 7 штук. У меня здесь шоколадные. Прислали на обзор. Надо отснять видео, рассказать вам про них. 5,8 грамма чего-то, да, там 10,7, а сколько всего грамм? Так, вот не вижу. 7 штук, всего 245 грамм. А, ну здесь вот расписано. А, один батончик 35 грамм весит. Вот, вот же написано. Куда же я смотрю? Я просто их еще не заказывала. Но я так рада, что я теперь их попробую, эти батончики, потому что... предыдущие были, мы их постоянно трескали. Ягодные были, шоколадные. Дочка ходила в школу, ей практически каждый день давала с собой один батончик. Это, конечно, не дешево, как бы получается, но это здоровый перекус. Я не беспокоилась, что у меня ребенок будет голодный или наестся какой-нибудь ерунды. Ну, сейчас, как бы, все на удаленке, да, дома тоже хочется чего-нибудь вкусненького пожевать. Продукция Wellness, это моя любовь, конечно. Сейчас активно стала пить коктейль, когда мне прислали еще шейкер, который вы можете по акции получить, кто еще, да, участвует в акции. Шейкер такой на батарейках, который шейкер-стакан. Супер просто. И стала пить каждый день коктейль. Добавляю туда что-нибудь вкусненького. Сегодня финик закинула. Утром, потом перед обедом захотелось есть. Обедать было рано. Я взяла с молочком шоколадный, выпила. Сейчас два коктейля сразу открыты. Витаминки просто каждый день пьем. Это обязательно. Просто норма жизни. Астаксантин.
чтобы в нашей жизни был всегда. Так что у нас здесь интенсивный крем для рук антивозрастной. Вы знаете, что он делает? Вот, например, видите, у меня тут пигментация появилась опять, а до этого у меня ее было много, и вот этот крем убрал всю пигментацию. Классно, конечно, он напитывает кожу, такой крем суперский. Он стоит этих денег. Здесь у нас идет все для лица. Сейчас я, кстати, пользуюсь спонжем таким коньяку с углем. Вы знаете, я расстроилась, я им пропользовалась, наверное, ну не так уж активно, месяца два всего, и у меня на нем начала вот с другой стороны дырка появляться, вот та сторона, которой я как раз умываю лицо, в серединке пошла такая дырочка. Мне так жалко, потому что предыдущий у меня был белый, он мне очень долго служил, прям полгода или 8 месяцев, и я его просто выкинула, потому что он мне надоел уже, и он стал такой маленький. Сначала они как-то побольше, их мочишь, они такие большие становятся, а тут у меня стал уже прям вообще такой малыш, и я думаю, ну уж, наверное, он все уже надоел, выкинула. Так, эссенция для лица, очищающее масло гидрофильное, очень классное масло. Вообще, когда я чувствую, что у меня прям лицо какое-то, ну, загрязненное, утяжеленное, я всегда делаю маслом, потом очищением, как и положено. В обычное время я просто делаю умывание гель-тоником, а если я чувствую, что надо прям хорошенько почистить лицо, то я сначала гидрофильным маслом, а потом гель-тоник использую. Это все наши серии, шикарные, шикарные продукты для омоложения кожи. Что я уже попробовала? С ретинолом, супер, один флакончик сыворотки с витамином С, эффект сразу, прям лицо сияет розовенько. Сейчас планирую опять начать, ну, пользоваться, больно-то я на солнце не бываю, на такой жаре, думаю, буду пользоваться. Далее, очень мне нравится наш триммер, потрясающий триммер, шикарный набор вот с массажной насадкой, с очищением и с отшелушиванием. Три насадки на аппарате Skin Pro Sonic. Вот каждый раз его показываю, сегодня забыла взять. Ну, посмотрите мои предыдущие видео, он просто шикарный набор. Далее, серия «Королевский бархат», дневной ночной крем у нас идут по акции. Здесь у нас экстракт, вернее, эликсир черного ириса, он обладает таким укрепляющим эффектом для кожи. Серия для всех типов кожи Urban, как правильно читается, дайте-ка я посмотрю, а то я все время забываю, нет перевода. Защита от городской среды, вот эта зелененькая серия, она меня очень впечатлила, прям очень. Особенно вот эти два средства пользуюсь каждый вечер, вот этим очищением, а утром гель-тоником на вейдж умываюсь. А вот это мне нравится, как оно всю кожу отмывает, очищает, его можно как маска использовать, выдавливаясь потихоньку, вот. И там мельчайшие отшелушивающие частички, слушайте, это вот фантастика. А вот этот спрей можно использовать как тоник, как база под макияж, ну, как увлажнение, тут низкомолекулярная гиалуроновая кислота, и сверху на макияж как термальную воду. То есть такой продукт, видите, я прям каждый день им пользуюсь, уже вот четвертая часть, наверное, у меня ушла. Супер, вот прям рекомендую. Вот пока не пробовала вот эти средства для осветления, да, выравнивающий тон кожи, но зато пробовала мицеллярную воду, понравилось. И вот еще что я вам покажу. Вот два продукта. Это сыворотка для осветления и крем для кожи вокруг глаз. Смотрите, какая красотень. Перламутровая капля. Вообще просто прелесть. Она так впитывается, как глоток прям влаги для кожи. И крем для глаз. Смотрите, какой он удобный. То, что он с дозатором идет. И тут вот капельку так мы выдавливаем, и тоже с перламутром. Я не поняла, как это они сделали такую красоту. Легкий блеск вот так наносим, идет хорошее увлажнение. Самое главное, вот такие штуки, если есть на лице, то они будут постепенно осветляться. Но если регулярно пользоваться и, конечно, носить защиту от солнца, не загорать слишком много, то все, конечно, получится. Вот классный крем для кожи вокруг глаз. Обязательно прям берите. А здесь на серии Love Nature
Эта серия подходит больше, конечно, молодой коже. Конечно, от нее не будет такого эффекта, там подтяжка, разглаживание морщин. Она даст увлажнение, даст питание, очистит. То есть лицо будет в комфорте. У нас выходят новинки. Очищающая маска-пленка будет в новом дизайне. Я не знаю, поменяется ли состав. Нигде не видела пока эту информацию. Всего 169 рублей. Очень хорошая цена. Обязательно возьму, потому что мы эту пленку обожаем. Серия Pureskin обновила свой дизайн и очень классно сделали. Мне прям нравится новый дизайн, мятная вот эта вот серия, очень красивая. Новинка такая стильная, гель против прыщей. То есть здесь будет полная серия для молодой подростковой кожи. Если вот у вас возникают, да, какие-то проблемы у ваших близких, у подростков, то рекомендуйте им эту серию. Взяла вам показать свой любимый бочонок. Вот он. 150 рублей с ароматом мяты. Вы знаете, вот когда наносишь сначала, прям холодит губы, как будто ментолом. Слушайте, такое впечатление, прелесть. Но он, конечно, проходит потом. Ну, вот первые вот минуты такой кайф, прям как будто холодок такой мятный идет по коже. Так, для волос у нас есть серия Hair X. И здесь представлен шампунь для придания объема тонким волосам. Для окрашенных волос серия шампунь и кондиционер, серия против выпадения волос. Вот так это все будет выглядеть. Это мой сейчас любимчик. Очень эффективный продукт, очень работающий. Кстати, цена что-то больно хорошая. Надо будет пополнять запас. У меня, правда, столько запасов. У меня Бьютаникалс лежат. Наверное, два вот таких комплекта новых. Хотя здесь еще много. У меня против выпадения уже точно два я себе покупала комплекта. И мне эти серии сейчас очень нравятся. Климат-контроль тоже хорошая серия. Я зимой пользовалась прям на ура. Так, что у нас здесь? Смотрите, распродажа Элио. Будет обновляться серия. Будут все с дозаторами. Серия для борьбы с целлюлитом. Вот такой вот крем. У него тут уже ролики есть. То есть так повернули, покатали, средство вышло, сразу массажик идет. И есть вот такой гель для укрепления груди и кожи живота. Гель наносим, чтобы все у нас было в тонусе, подтянутое, красивенькое. Зубные пасты. Где у нас зубные пасты? Травяной комплекс. О, последний раз в каталоге. Ого, а почему? Щеточки у нас новенькие вышли. Смотрите, какие прикольные щеточки. Паста просто супер в Oriflame. Классная. Детская серия. Кстати, делала обзор отдельно вот на этот наборчик. Он очень хороший, этот набор. Любые три средства за 1035 рублей. Имейте в виду. Ой! Это что за прелесть Винни-Пуха? Я не видела, правда. Как-то пропустила. Я даже не поняла, что это новая серия. Мыло Мишка и детский шампунь для волос и тела. Винни-Пух. Какая прелесть. Такой приятный аромат. Далее серия Essence Co. с натуральными эфирными маслами. И выбирайте на свой вкус. Мне все эти ароматы понравились, кстати. Все очень классные. Средства для питания кожи рук. Давайте посмотрим, почему их так много. Наверное, объем 100, 150 и 100. То есть два больших можно взять по 205 рублей. Или два поменьше по 135. Выбирайте на свой вкус. И обязательно возьмите перчатки. Потому что когда вы наносите крем, а сверху перчатки, то усиливается действие крема. Для ног. Все для наших шикарных ножек. Для того, чтобы туфельки удобно сидели. А это для того, чтобы ноги были охлажденные, не было отеков, убрать неприятные ароматы, то есть охладить, освежить, придать легкость ножкам. Для нашего любимого лица вот такие вкусные маски. Маска и скраб. Вот у меня, видите, это питательная маска смузи с очень вкусным ягодным ароматом. И скраб-мармелад с органическими ягодами. Просто прелесть. Масочки бывают у нас тканевые и очень доступные по 159 рублей. С апельсином и органическим овсом, с виноградом и гранатом. Это у меня, кстати, клиентка заказала, поэтому вот есть у меня такие в наличии.
серии для лица у нас идут со скидками. Смотрите, любой продукт за 149 рублей для лица или один для глаз продукт. Так, патчи. Ух ты, патчи будут по 139 рублей. Слушайте, классная цена, потому что так-то они дорогие очень, потому что они, вот видите, каждая одна пара в отдельной упаковке. Это, конечно, удорожание продукта идет очень сильно, но патчи крутые. Конечно, я их использую, когда у меня бывает, вот утром я себя, неважно, вижу в отражении, мне не нравится мое отражение, я использую патчи. Обязательно пользуйтесь солнцезащитными кремами, когда вы выходите на пляж или знаете, что вы долго будете гулять. Защищайте свою кожу от нежелательных ожогов. А еще лучше, вот я себе выбрала автозагар, я им пользуюсь, у меня ножки загореленькие, знаете, такой легкий бронзовый загар, я могу и в шортиках, и в юбочках, и в сарафанчиках сейчас ходить, несмотря на то, что я ни разу еще не загорала и, скорее всего, не буду загорать, потому что не считаю эту процедуру полезной. Мне проще вот заплатить 500 рублей и загорать все лето. Кстати, мне такого флакона хватило, я прошлый сезон пользовалась и в этом году уже несколько раз наносила автозагар. Вау, моя любимая серия Feel Good. Что я в этой серии люблю? Конечно, больше всего я люблю гели для душа, потому что они с натуральными эфирными маслами, с приятнейшими ароматами. Кстати, это два моих любимых аромата здесь. Сливовый и с таким апельсином, красный апельсин, там сандал, куркума. То есть он такой прям ух, аромат бодрящий. Есть у нас еще вот такой аромат цитрусово-мятный и с лавандой. И, кстати, у меня есть практически все эти ароматы. И эти есть. И этот нет только одного. Кстати, мне он тоже нравится, но у меня его нет. Что у нас идет по акции? Если мы берем любую туалетную воду, гель и мыло, то вся коллекция нам обходится всего за 499 рублей. Да что вы, правда, что ли? Классная акция, слушайте, просто классная, крутая акция. Хорошо, что я заметила, я буду клиентам предлагать. Так, здесь у нас гель для бритья, я думала, его сняли с производства, потому что новый вышел, и новый мне нравится очень. Набор одноразовых станков бритвенных, вы знаете, мне они не очень нравятся. Я вот себе уже заказала, первый раз заказала, стала говорить, что мне не нравится, мне все начали писать: Лиля, это что, они такие классные. Я заказала себе еще набор, думаю, ну, может быть, я их не поняла, но честно, ничего особенного. Ну, обычные, вот как я покупаю, даже иногда себе дешевле можно в магазине купить, по качеству я бы не сказала, что они лучше, но это мое восприятие, а людям больше нравится. Так, что у нас здесь с дезодорантами? Смотрите, фантастика. Нужно брать два, чтобы они были по 99 рублей. Конечно, возьмем. Обязательно. Это очень выгодно. И шикарные гели для душа. В чем их шикарность? Они концентрированы, у них очень приятные ароматы, не химикозные, а вот прям приятные натуральные ароматы. И вы сами видите, здесь лайм имбирь, апельсин и макадамия. Этот такой сладенький, эти цитрусовые, понятно, свеженькие. Всего 89 рублей за 250 миллилитров. Ну, разве это не прелесть? К ним же идут по кусочку мыла, можно взять по 39 рублей. Вообще фантастика. И завершает каталог серия для мужчин. И в эту серию входит пена для бритья. Халява просто. 199 рублей. Это как так может быть? Шампунь для волос и тела, мыло, кусок большой, 100 грамм, и увлажняющий гель после бритья, 199 рублей. Вы заметили, что каталоги стали короче? Всего 156 страничек в каталоге, а раньше было 200. Я это заметила еще в прошлый раз, что каталог стал тоньше и страниц меньше. Ну что, мы с вами молодцы, все мы вот намазали, все я вам рассказала максимально. Может быть, конечно, что-то я забыла или пропустила. Спрашивайте, не стесняйтесь. Вот специально вот сейчас все потру. Помада чуть-чуть так стойкая. Видите, да, какие классные все оттенки. Вот, кстати, карандаш, видите, я его тру-тру интенсивно, и он очень интенсивно трою, вот он тогда растирается, а так он не размазывается. Вот тушь, кстати, тушь очень хорошо смывается водой, вот это он колор, которая цветная,
Вот такая красота. Спасибо вам огромное, что вы были со мной так долго, выдержали все. Я надеюсь, что вам это видео поможет в работе и выборе продукции как для себя, так и для своих близких, чтобы ваш выбор был максимально классным, чтобы продукция, которую вы приобретаете, она вам приносила и удовольствие, и результат. Поэтому жду вашей обратной связи. Пока-пока. Всего доброго, до новых встреч.